смог, он мне просто дал. Я лечу. Я за вами лечу. Так, я короче, зарёкся с таким интернетом. Если что, если я буду летать, то на расстоянии максимум 2-3 километра. Это я вам всем в будущее говорю. А, у тебя тут дисконнекты бывают. Да, я вот сейчас вот летел, летел спокойно, меня бабах, блин, всё, я на земле, вертушка горит. Хорошо. Неплохо. Там Влад чел, там. Чел, садись в машину, чё ты вновь побежал? Заботай кого? Ну не знаю, с АКМом кто это. Да это Влад. Он с АКМом лазит. А где, кстати, почему? Он не в скайпе, да? А раздолбай, как у нас подписан? Влад. Влад. Ты так подписан. Всех. Просто я смотрел, его не было в этом. Сек, гамасек, кто не успел, тот не поехал. Так, ладно, че я тут бегаю вокруг да около, надо водить отсюда. Вы сказали, что меня заберут, ага, фигушки. А мы сейчас тебя заберем, ему он сколько? Я лечу до чертового замка. Да, тебе 500 метров осталось, нам тоже бежать столько. Да, только мне не в чертов замок, я на алтаре нахожусь. А пусть он нас сначала подберет, блин. Нас это кого? А. А кто новый тиммейт? Новый чё? Член команды. Да. Догадайся. На сервере не так уж и много людей. Блин, да хрена уже. Мистер Адамс. Охрень тебе, с тебя 5 баксов. Андрю... Подожди, я нашел. Я угадал? Да, попрыгу. Нафиг ты сказал? Он сказал Андрю, а дальше не продолжил. Разобью я сейчас этот флазик. Нет. Все, я прилетел в чертов замок. Как этого мать, мы сейчас его заберем. Мы же на вертухе сможем его подобрать и на базе уже починить. Да нафига нам УАЗик? Все, я прилетел в чертов замок. А там Land Rover, потом... Не будешь меня больше троллить. Я ему так не задавался, если можно. Кстати, где Влад? Кто там? Зачек. Игорь, ты где? А, ну он нас слышит, но что-то сказать не может. А, Влад? Знаете. Уазик, я обожаю его, я ему в упор во 107-й стрельнул, при этом он был убитый почти что. И он не загорелся. Я сел в чертовом замке. Надо было, наверное, в двигатель или в бензобак стрелять. Он в двигатель один раз шмальнул, он взорвался. Я в двигатель вот и шмальнул. У него аж колесо отлетело, блин, одно. Игорь, ты где? Да, я уже подбегаю. На этот залазь. Ты что, наверх хочешь и полез? Ты просто напиши, ты меня слышишь? Сейчас напишет, пошел в жопу. Охренеть, освободи свой гребаный рюкзак от всякого говна, будешь бегать сейчас лутать все, что нам нужно. Брайан, а при связи, при этом он еще в списке, что за дела? А, ты точно так же исчез. Неправда. Ты у меня даже на мокхаке отмечался. Неправда. Правда. На что ты споришь? А что у тебя есть в рюкзаке? Чего ты? Больно даже. Все, тебя жена... Нет, в Суве там жратва. Там можно похавать, посрать, похавать, посрать, посрать. Эй, а ты что молчишь? Оу. Я запишу. О, кстати, давай. Если ты на нем полетишь, скажи, какого хера я сейчас на эту гребаную гору поднимаю. Я снимаю нах. Я выпрыгнул, выжил. Ну давай заберу тебя. Ты выжил? Как? Я... Не ехать или нет, ты мне скажи. Я успел нажать кнопку выпрыгнуть. Я ВМС. Что? Я ВМС. А. Да мне по барабану. Подводные лодочки. Подбегай ко мне. Слушай, ты это видел? Я видел, как ты упал. Подожди, ты никуда не пойдешь. Я в лицо нажал выпрыгнуть. Мне залезь в этот странный джип, а потом мы поедем вместе, а там ты хоть жри, какай, я там поставил. Прилетели. Окей. Ой, я бежим. Как он так жестко, я не понимаю.